Всем привет! Мы хотим всех познакомить с нашим новым членом семьи. Ой, не тупайте, Васюшка. Так, вот у нас здесь такой. Сейчас поближе. Вот такое чудо у нас спит. В общем, этого котика мы назвали Мейсоном. Ну, пока он еще маленький, поэтому он Масик. В общем, Лерка ему соорудила из коробки вот такую лежаночку, обтянула старой футболкой, а внутри там моя подушечка надувная для ванны. Ну, мы ей не пользуемся, она новая совершенно, мы ей не пользовались по назначению. В общем, она у нас пригодилась. Вот такое чудо спит. Обследовал, мы его сегодня привезли, он нас обследовал весь этаж, поползал. Устал. И вот спит теперь. Такое чудо. Носик, носик. Маленький. Такой. Рыжий. Ага. Просыпаемся. Ой, боже мой, лапка. Такая милота. Смотри, лапку растопыркал. Это задние лапки у него. Задние. Ой-ой-ой. Вот такое чудо у нас. Вот у нас еще одно чудо. Миша говорит, покрасьте меня в пепельный цвет. В общем, мы его второй раз уже перекрашиваем. Первый раз он у нас был рыжим. Теперь он у нас под цвет вот этого вот чуда маленького. В общем, два апельсинчика у нас дома. Завтра, наверное, третий раз уже Мишу перекрасим. Такие у нас новости.